Уже записи. Ну и хорошо. Так. Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. Сегодня наша цель – Sam's Club. Нам нужны соки и чья-то одежда. Как говорил Терминатор. Нет, и мне нужен твой купальник. Да, капуста. Thank you. I'm gonna see a calabash together. Короче. И блузочка красивая. Какая блузочка? Знаете, тебе нужна блузочка? Да, мне нужна блузочка. Нет. Так вот, они нас обманули здесь поминаете. Блин, вот я же не хотел брать. Блин, подожди. Ладно, зай. Сейчас посмотрим. Вот сегодня на примере цены на авокадо я вам могу показать и хочу рассказать разницу между магазинами Костко. Как вы видели, мы купили в Костко 6 авокадо, по цене там что-то 4 с чем-то. В общем, цена за авокадо там получилась порядка 75 центов. 76,9 или 78. Значит, смотрите, что делает Sam's Club. Он продает 5 штук авокадо, общая цена 3,72, но цена за штуку остается та же самая, грубо говоря, 75 центов. То есть вот это то, про что я рассказывал, и вот наглядный пример. Костко 6 авокадо и большой ценник получается больше, чем в Sam's Club, то есть ценник за связку. А в результате один авокадо столько же стоит, сколько в Sam's Club, столько и в Костке, или наоборот. То есть между этими двумя магазинами идет такая интересная конкуренция. Sam's Club играет на том, что он делает меньшие упаковки. Давай покажем. Для, как ты говоришь? Для серьезного парня очки. Для чувака очки наклеены. Давай. Покажи. Я ж так показываю, я начал говорить просто в эту камеру. А что по ценам 5,98? В общем, что делает Sam's Club? Он делает меньше упаковки, и поэтому ценник на... Ну, ценник над упаковкой получается меньше, чем в Костко. А когда присмотришься, там либо вес получается меньше, либо штук меньше. Ну, в общем, игра количества, которая, получается, отражается на цене. И если так не разбираться, и, ну, на первый взгляд получается, что как будто Sam's Club магазин дешевле, чем Костко. Но если разобраться, посмотреть на вес, посчитать штуки и привести все к одному знаменателю, то это два, можно сказать, практически одинаковых магазина по ценам. Единственное их отличие то, что они отличаются ассортиментом, у каждого есть свои какие-то продукты и своя манера торговли. Вот. С одной стороны, да, можно купить упаковку поменьше, заплатить поменьше. С другой стороны, может быть, кому-то выгоднее взять упаковку побольше, заплатить побольше. Ну, вот такая политика. А сейчас мы, наверное, посмотрим купальник. Вдруг появился твой размер? Пум. Вот я, наверное, такой хочу, только мне нужен S. Только что? Ну, S размер. А вот S-ка. Так цвет не такой. Так, а розовый этот самый? Вот это тоже не такой цвет, да? Ну, это в принципе не такой. А вот этот? Тоже S. Сереж, это другой. Ты хочешь голубенький? Да. Все, я понял. Нам надо искать розовый. Розовый этот вот самый. Такой. Именно такой, да? Хорошо. Это M-ка. Короче, мы в поиске купальника. Здесь купальников нету, здесь какие-то пошли. Ладно, пошли потом. Так что, ты пересмотрела все сейчас заявки? Ну, говори, что у тебя с купальником-то. Ну, если что, поеду в старом просто. С купальником печалька? Ну, не то, что печалька, уж прям не печалька. Ну, нашей модели, которую мы хотим, нету, да? Да. Помидоры. Нам нужны помидоры. Ну, а что у нас мелкие, такое, может, все темное там... стало, я не помню. Помидоры. 3,48. Органик, 3LB. Будем там посмотреть, да? Идем. Ну, в общем, нам сначала надо сок зацепить. Давай сок возьмем, потому что мы можем там закрыть. Авокадо, салфетки, тарелки бумажные.
много бумажных тарелок. Давай мне тачку, а ты бери. Тут огурчики бросил красивые, маленькие. Так, наш сок 5,28. Вон такой апельсиновый с небольшой мякотью. Да, нам надо было что бы. Что мы еще в холодильник-то хватили? О, вообще это с другой стороны. Так, яйца есть. Молоко мы взяли там. Нам нужен сок детям. Сок детям нужен. Капуста. Капуста, салат? Да, ну салат. Идем. Сосиски. Сосиски не берем. Короче, нам вообще в следующий класс. Какие овощи в следующий класс? Что ты делаешь? Йогурт. А, ты хочешь смесь взять новую? Давай посмотрим. Так что, йогурт не надо нам никакой? Большую баночку клубничного ты хочешь? Да, я хочу две баночки. Берем вот такой йогурт. И лучше мы его еще в этот возьмем ванильный, Антоша. Он стоит $1.98. Что-то у нас Антоша как-то йогурт перестал кушать, мне кажется. Да не, нормально, он кушает. А вообще, когда, ну... Он творог сейчас как-то больше стал кушать. Мне кажется, у нас, видите, сейчас вот как жара начинается, они опять перестают опять кушать. В режим. Молоко, сок, вода. Ну пошли. А почему мы в Костко не стали их брать? А мы потому что их в Костко не было. Не было? Не было. Там где все овощи, там лежали только такие, другие. Ну идем. Здесь я их не вижу. Мы, по-моему, их видели в прошлый раз вообще на сейле в центральном этом самом. Ценники. Это что, органик? Да. Да, органик. 6,98 за сколько? За 2 килограмма. 4 органа. Не помню, зайка, что мы покупаем? Вот, смотрите. Органик еда абсолютно недорогая. Готовить можно в микроволновке. Посмотрим дома. На распаковке. Вот это? Да. Нет, мы показывали другое. Точно такой же. Может, я не помню, если я забыл, может еще раз показать. Грибочки. С овощами не будем? Ну давай для овощей. Ну как ты скомандуешь, белые будем брать или... Вот те, которые... Так, грибочки 3,98. Вот такая вот упаковочка. 680 грамм. Ну, в общем, мы ее регулярно покупаем. Морковку бери. Морковку? Бери ты. Любую большую морковку? Вот такую большую. Она какая-то сухая. Возьми муку. Да. Не нравится. Возьми, мне вот это нравится. Давай. Блин, ну мы ее рассмотрим дома. Просто скажем, сколько она стоит. $2? 2,48. Короче... 5 ЛБ, 2,48. Для сада, огорода, если у вас есть, можно всяких вазонов для цветов набрать красивых. Так, мы берем салат капуста, $1.74. Не берем? Это наш классический, который мы берем. Я просто почему-то подумала, сейчас я посмотрю. По $1.46, может, хочешь вон тот садовый взять? Какой? Вон, впереди. Ты хочешь тот попробовать? А мне без разницы. Так мы же садовый кушаем сейчас, мы его в смарте берем. Это точно такой, как в смарте. Вот только, кстати, по цене я не понимаю. Ну, по цене там дороже, потому что там больше. Больше пачки.
Так что? Я думаю, может, нам два взять и... Зай, здесь в этом есть капуста. Угу. А два, я боюсь, если мы возьмем, можем не успеть их скушать. Давайте пройдемся по мясу. 7,68. Вот такое мяско. Ну вот как-то так. Ну что? Я так понимаю, это вот этот вот стоит. А они ведь это одинаковые 7,98. У них что у этого цена, что у этого. Интересно, это мы не разобрали, это прямо как стейк порезан. Мы берем такой посылки без того. А что банку? Рабовое мясо. Вот такое крабовое мясо. Решили вспомнить крабовые палочки. Только... Как таковые крабовые палочки мы, наверное, ни разу не видели, да? Они постоянно вот в таком вот каком-то порезанном мятом состоянии. Ну, в общем, дома откроем, посмотрим. А таких ровненьких, как в Беларуси, упаковок здесь нет. Во всяком случае, нам не попадали. А вот здесь вот наборы суши. Можно по-быстрому взять, перекусить. Очень большой ассортимент. Ну, суши очень распространенная у нас еда, ее много кто кушает, много кто любит. Да я думаю, и в Беларуси тоже этим балуются. Цена так вот, пройдусь по этому ряду, вам покажу. В общем, пока я снимал суши, Маришка уже грузит курицу. Угу. Два лотка берем или один? Нет, один. Один, наверное, да? Блин, даже помочь не знаю. Короче, курица $1.62 сегодня, она дешевле, она дешевела опять. Было где-то по $1.70. Она была $1.98, потом $1.75, потом опять $1.98. В общем, наш лоток получился, давай. Вот такой. Короче, на 9,87. Mm-hmm. Мы идем за соком яблочным. Сейчас давай посмотрим. Апельсины будем брать или нет? Мандарины давай возьмем. Так напиши, а я пока сок возьму. В общем, сок берем яблочный, традиционный. 6,48 цена не меняется. Зайка, мне взять две? По две. Или две по две. Два по 100 в одну посуду. Опа! Пока ты пишешь смс-ку, мы пойдем посмотрим, что почем. Это мандарины? Или... И здоровые. Подросли. Клементин мандарин. Короче, это какой-то типа нектарин, мандарин. Давай, наверное, один берем, да? Но мне больше нравится танжерин. Ну, катарина, слушай, это такое. Мне кажется, они будут сладкими. В общем, вот 5 ЛБ, 4,87.
одну сетку берем. Ой. И мы хотим посмотреть. Клубника вот такая, 5,98. Ты хочешь зайти клубнику или нет? Или она сильно холодная, и я не слышу запах. Наверное, клубника подождет. Так, все. Я иду на работу сейчас. Да? Не сейчас. Ну. Зачем еще выдвигаемся? Я не помню, что это. Ну, мы кругами ходим, потому что ты была занята, а я... ходил кругами. Да, значит, наверное, сегодня... Это все? Да, здесь я больше ничего не хотела. Но я говорю, что помидоры здесь мне очень понравились, и поэтому помидоры мне нужно заехать. Smart and final. Smart and final. Доставай свою карточку. А больше мы ничего не хотим здесь покупать? Ну, мне ничего не надо, если тебе надо, то можем что-нибудь. Фритёски что-нибудь, попытаем удачу. Собачий корм, кстати. Добыть. Нет, сегодня здесь, смотри, что-то интересное. Ребята, отключаемся на некоторое время, потому что хотим вот в этом фриоске. Наверное, сегодня мы будем брать вот такие вот на пробу. Сейчас посмотрим. Короче, фриоск нам хочет дать сегодня. Сейчас он нас познакомит с рекламой, а потом выдаст нам вот такой вот френч ванила кремер для кофе. Хочу такую красивую чашку. Пускай бы он бы сделал такую красивую чашку. Enjoy your sample and take some home today. Would you like a free International Delight creamer sample? Rich caramel flavor. Почему-то мы видим одно, но получаем другое. Но это тоже хорошо. Это кремовый. Карамельный, вернее. Ты думаешь, нам еще что-то дадут? Нет, я читаю про скидку на греческий такой. Не могу понять. А мы уже получили на скидку, мы же там писали. Скидку и этот самый. Сегодня у меня кофе будет с новым кремером. Будем пробовать. Так. Ну что? Все, идем на кассу. Вон там свободная есть, наверное, да? Все, отключаемся, потому что нужен телефон, а потом будем рассказывать. Вот только получилось в Walmart. В Walmart, говорю, блин. Sam's Club с Walmart настолько похожи. Они как одна сеть, что ли? Они, у них что-то общее есть. Ну, в общем, вот такая. Здесь у нас все будет быстро. Кстати, вот мандарины здесь. Давай глянем, почем. Там мы взяли что-то, грубо говоря, паунд-килограмм. Паунд-килограмм, ты хорошо сказал. Да, туплю. Здесь... мы взяли там доллар-паунд. А здесь получается... три, то же самое. Чуть-чуть дешевле. Ну, там мне нравится, что не крупное. А сколько стоит моя любимая Гваделупа? Канталупа. Канталупа, Гваделупа, Гватик. Зайка, ну я должен ее взять, во-первых. Так мы в центре сегодня поедем. Зайка, она в центрах стоит доллар. Зайка, здесь ЛБ стоит 59, а здесь... коктейль. Отказать. Хотел. Отказать. Вот видишь, глаз замылился. Так, ладно, сегодня наша цель здесь, наши любимые помидоры, которые вернулись к жизни и стали нормальными. Зай, да? Ну, ты хорошо посмотрела? Сезон. Просто эта коробка, это как неполная была. Начался помидорный сезон, помидоры стали хорошие. Возьми поменяй, если что, просто. Замена в составе. Коробка... 5 ЛБ, по-моему, да? И стоит 5,99. Все, отличные помидоры по отличной цене. Сейчас мы что, хотим какую-нибудь сладушку купить быстренько, да? Да? И гонимся за нашим младшим школьником. Что? Пойдем глянем, кстати, сравнение цены на салат. Мы брали Garden Salad 2 ЛБ, что-то там меньше $2, а здесь 3 ЛБ 4 доллара. Короче, там получается салат дешевле, сам слабый. Ну, вот. Ну все, пошли, зайка, пошли, у нас нет времени.
Да нет, Зай, здесь всегда так. Ты просто сейчас солнце с горячего приходишь в магазин, поэтому тебе кажется, что холодно. Наша цель осталась сбоку. Ты взяла сельдерея. Акела помахнул. Так я не понял, что нормального нету? Нормального? Покрути банки быстро. Нет. Мы хотели взять томатный сок. А с томатным соком напряженка. Нашла банку? Нашла. Да. Так, берем. Короче, он стоит где-то 2,59, да? Ну, где-то он так стоит, он же. Вот, 2,59. Ой, там сейчас я быстренько в магазин в порядок. За вот такой вот литр 890. Почти 2 литра, короче, маленький. Маленький. Галлончик, полугаллончик. И еще мы купили вот такие вот донатсы, наши дети обожают. Они у нас стоят, сколько они стоят? Они стоят 6,49 пополам. Так, и вот такие вот донатсы, мы сами тоже все их обожаем. Они стоят 3,99 пополам. И мы купили замечательную основу под торт. Зачем нам торт, мы узнаем все позже. Максим, так знаешь, что ты там делаешь. Сделала анонс. 6,99 пополам. В общем, раз про это говорю. В чем прелесть этого это будущего большое. Торта? Это печенье, которое дети просто обожают. Не дети, а Катарина. Сашка тоже его любит. Вот это, оно вот с такими Саша вот шоколадиками. Шоколад. Вот, и поэтому у нее будет шикарный торт. Мы его украсим кремом, купим баллончик. Зай, нам свечи надо. Ну, свечи это само собой, но баллончиком мы его украсим, натыкаем в него чего-то, и это будет самый лучший торт в мире, который она любит. Вот. Ну все, идем на кассу и потом вам расскажем, что почем хотим с мячом, а то ж мы торопимся, как обычно. Надо детенку успеть забрать. Угу. Потому что у них со сроком годности, смотри, стоили 14,99, стали 3,75. Ну да, кстати, можно было бы и взять, если у них. А сейчас я скажу, годности. Когда у них срок годности, где он должен быть на витамин. Для чего это витамины? Чтобы лучше слышать? А, это для беременной женщины, смотри. Алло, я займу место к нам. Так что ты скажешь? Скажешь что-нибудь? Короче, это они двери витамины. Они до апреля месяца. А вот у эти? У них истекает свободность. Надо быстро съесть, а эти? Мультипульти. И Натал тоже, зайка, это для... Короче, это, походу, вся, наверное, это самое, да? Наверное. Ну, в общем, так, если надо по-быстрому наесться витаминов, то можно... Очень быстро съесть, восполнить. По дешевке рубануться. А это наша любимая кассирша. Да, и у нее еще красивые браслеты были, но сегодня она их не одевала, наверное. Ладно, все, пробьемся, расскажем. Закончили наши покупки в Smart & Final. И в Smart & Final мы потратили $17.31. А в Sam's Club? Ой, а Sam's Club? Нет, Sam's Club ты даже что? Sam's Club, нет, Sam's Club у меня почему-то. А, ну мы там показывали, короче, там где-то около 60. $60 и сколько-то да. Там... А, $60, 84 цента. Да. Ты ж показывал. Да, там показывал. Ну вот, поэтому Sam's Club и Smart & Final закрыты. Всем хорошего настроения. Пока. Вы были на канале... Не лайк. Ну красавчик, красавчик. Подписывайтесь, кто подписался, тот тоже красавчик. Увидимся в новом влоге. Пока-пока.